В Ивановском государственном университете состоялся ежегодный форум единения. Мероприятие представляет собой разные дискуссионные площадки, в центре которых такие темы, как права человека, состояние гражданского общества на территории региона, развитие образования и волонтерства. В контексте темы стоит вспомнить, что о наличии гражданского общества в Иванове активно заговорили во время митинга в защиту сотрудника ДПС Хоронека. Сотни людей тогда собрались на сход на бульваре Какой. Однако председатель общественной палаты Олег Спиранский считает, что это отнюдь не эталон сплоченности и гражданского единения. С моей точки зрения, это как раз форма не совсем зрелого гражданского общества. Понимаете, есть очень много вариантов того, как гражданское общество участвует в тех или иных инициативах, как она проявляет и как на это реагирует власть. И вот акции, да, в виде того, что вы сейчас сказали, это, конечно, не самый высший уровень, потому что прекрасно мы все понимаем, что и власть достаточно насторожена и, наверное, правильно к подобным родам вещам относится. Есть много других форм.